Всем халлоуте, ребятушки, с вами Домриэль, и добро пожаловать на очередное обновление в игре под названием House Builder. Итак, господа, сегодня мы с вами отправляемся в солнечную Мексику, вернее то, что было до собственной Мексики. Итак, ацтекская пирамида, 5500, уровень средний, покупаем, без проблем, поехали строить. Разводной трубный ключ был изобретен Дэниелом К. Добро пожаловать на уровень строительства ацтекской пирамиды. Пирамиды ацтеков имели большое религиозное значение, различаясь по функциям и конструкциям. Использовался вулканический камень, а для армирования применялся раствор. Во время строительства были сделаны подношения, и пирамиды были выровнены астрономически. Они были украшены искусными рельефами. Теперь ваша очередь, как архитектора, создать впечатляющую пирамиду ацтеков. Удачи в строительстве, спасибо, спасибо большое. Так, здорово. Ни хрена ты какой злой. А может, знаете, нарушить традицию, короче, на превьюшку поставить какого-нибудь мужика? У нас такого еще ни разу не было. Кто-то кричит. А, тут люди ходят. Здорово, мужики. Ты как вообще? Бля, какой, смотри, злой. Блин, охренеть, здесь столько можно превьюшек сделать. Смотри, какой. Так, ладно, здесь мы, собственно, будем строить пирамиду. Давайте посмотрим вообще, кто здесь есть. Нифига себе, ребят, это... Чего сам такой, не обзывайся. Это первый уровень в игре, где есть люди. Ну, не считая доставщиков материалов. Это воин, походу, какой-то, да? Блин, офигеть, просто кого брать-то на превьюшку, я не знаю. Или, может быть, не нарушать традицию, а может вырезать, типа, рядом подставить его. Ну, просто обычно я же на превьюшку беру уже готовый, так сказать, элемент. Не элемент, а, ну, короче, здание, господи, вы поняли. Короче, не знаю, ладно. Так, это раствор, а я снова, кстати говоря, в средневековой одежде. Ну да ладно, насрать. Поднять предмет. Поехали укладывать. Не знаю, насколько весь процесс затянется, потому что, ну, пирамида, по идее, это как бы... А, нифига, смотрите, там мужики что-то стоят. Блин, сейчас ходим. Нифига себе, разработчики завезли какую-то крутую карту. Просто, ну, нифига себе, ну, не было же NPC. Может быть, конечно, на старых что-то поменялось. Ну-ка, может, вот так вот, типа, не? Ладно, не знаю. В общем, я очень много всего здесь зафиксировал. Потом выберу что-нибудь. Это, смотрите, судя по всему, какие-то... Использовать F. Я зажег. А, подожди-ка, давай зажжем. Может быть, какой прикол сейчас будет? Использовать. Главное, чтобы сатану не вызвать. А то будет капец. И конец света наступит. Они же типа верили в концы света, вот эти все прочие штуки. Так, бронзовая ваза забираем. Я надеюсь, мужики не против этого. А, ну типа зажег, и что-то должно произойти. Alright. Вы что по-английски-то говорите? Вы английский не знаете. Такого не может быть. Короче, не знаю, я зажег эти горелки, может быть, что-то попозже должно произойти. Кстати, да, возможно, сказали бы, типа, зажги, и, может быть, какой-то ритуал в честь постройки пирамиды произойдет. Блин, капец, хочется походить вообще, посмотреть, что здесь есть. Ну-ка, наверх могу? Ну, типа, вот так вот. Ух ты, здорово. As you wish. Ну, так, почему ты на английском говоришь, ты не должен? Охренеть, а чё они такие все злые? Мне кажется, ребята, ацтеки, ну, не были... О, тихо. А как отсюда спускаться? Что вообще навернешься, капец как? Ладно, там какой-то шаман есть. Это у нас колодец, откуда пьют. Так, здесь что? Зажги. Ну вот, короче, здесь тоже есть горелки. Ну давайте зажжем, раз нам, собственно, это предлагают сделать. Может быть, я слишком сильно тороплю события, ну типа, почему бы нет? Так, ну здесь есть материалы, это хорошо. Я так понимаю... Я не буду здесь ничего добывать, как обычно, а просто плохой материал. А, это золото. Ну, типа, вот эта вот тема Эльдорадо, все дела, ну, я же думаю, вы как бы слышали, знаете. Поэтому, да, что здесь удивительного, что у них дохрена золото. Не было бы дохрена золота, испанцы бы сюда не поперлись. Так, браво, хорошо. А, нужно теперь что-то новое. А где? А чего? Цветочки какие-то собирать нам предлагают. Это-то я понимаю. Либо я из цветочков должен это сделать? Блин, нифига себе. Но пока что, ребят, это выглядит максимально интересно, я вам скажу. Вот, собственно, цветочки. Хорошо, давайте пособираем. Я так понимаю, какой-то замес из них, что ли? Собирайте красные или синие цветы, чтобы создать нужный вам краситель. А, ну это типа я просто покрашу. Я думал, может быть, я буду выкладывать, ну как-то
из этих вот штук что-то создавать из цветков. Короче, не знаю, давайте пособираем по максимуму, там посмотрим. Так, вот это что это такое? Это просто текстура, ладно. Не подсвечивается и как бы хрен бы с ней. Так, погнали. Я думаю, что, ну, как бы у нас уже неплохое количество есть. Возможно, его хватит, возможно, нет. Так, это красные. Окей. И чё? Это вам... А, нет, все прогрузилось. Все, хватит этого, я понял. Так, давай теперь возьмем синий. Давайте уже чисто закидаем все ванны, чтобы было. Она почему-то, видите, задержкой прогружается. Поэтому типа такой вроде положил, а вроде бы и не положил. Непонятно. Хорошо. Так, это у нас есть. Теперь нам нужно закинуть вот эту фигню. И, соответственно, мы покрасим кирпичи. Наверное, не совсем я правильно делаю, потому что нужно было... Начинать с красного. Да, вот смотрите, вылезли блоки. Собственно, нас с вами знакомят с тем, как они красили, да? Подожди, это что? А, это тоже можно красить. Хорошо, давайте заберем. Как они, собственно, красили кирпичи, чтобы придать определенный цвет. Возможно, это имело какой-то сакральный смысл. Хрен его знает. Так, давай подбираем. Нам нужен красный. Собственно, да, все, я понял. Собственно, давайте укладывать. Да? Все, отлично, отлагало. Так, хорошо. То есть у нас второй слой, скажем так, будет красного цвета. Ну, пускай. Пускай будет так. А, там я тоже вижу, ребят, если что, чаши. Мы их обязательно зажжем. Но я так понимаю, какой-то прикол должен произойти однозначно. Кстати, здесь леса стоят. All right, да. Так, теперь нам нужен раствор, судя по всему. Но у меня нету места. Давайте я, наверное, вот так вот цветочка сюда сброшу. Пускай валяются. Я думаю, что никто их не украдет. Тем более здесь воины ходят. Они вооружены, опасны и все в таком духе. Так, высыпать на... чего? Высыпать землю на землю? В смысле? Ни хрена себе. Вот это, ребят, система, видали, да? Так, и что еще дальше? Ага. Так. Во, появились мужики, здорово. А ты мне будешь помогать? Блин, ну у них мимика, конечно, жесть. Не, ну на самом деле это очень круто, то, что разработчики начинают как-то свои карты, что ли, оживлять. Потому что, ну, типа, блин, одному как-то, наверное, скучновато, что ли, будет, да? Вам так не кажется? Мне кажется, да. А тут вот ходят мужики какие-то, рофло реплики выдают. Ну, конечно, выражение лица это просто, просто огонь. Ничего не скажешь. Так, мне хватает? Вроде бы хватает, но это не точно. Так, а подожди, а как мне укладывать-то? Давай я лучше, наверное, выйду. Цветочек заберем, пожалуй. Не знаю, как он здесь оказался, но я его, ребят, верну вот сюда вот на место. Так, поехали. Потом, скорее всего, получается, я еще раз буду, да, раствор забрасывать? Но выходит, что так. Так, а где я забыл? Где я забыл, подскажите, пожалуйста, вот. А где еще? Вот. И вот здесь, отлично. Какие-то они все недовольны, нет, вам не кажется? Продолжайте хорошую работу. Но моя работа всегда хороша. Тут как бы, ну, типа, вообще не может быть никаких сомнений по этому поводу. Так, заливаем еще раз. Так, теперь золотые нужны. Золотые у меня есть, а куда? А, типа я золотыми... О, то есть прикиньте, ребят, это золотой блок. То есть это прям золото. Вот прикиньте стоимость вообще одного такого блока. Он же весит просто, наверное, капец. А я хожу вот так вот раскидываю ими вообще спокойно. И не парюсь, да? Вот это ж бывает, блин. Не, ну, конечно, да. А может быть, кстати говоря, мы с вами где-то находимся... А на, так сказать, начальном этапе строительства какого-нибудь Эльдорадо? Или все-таки Тенчтитлан? Кто знает, кто знает. Ладно, пойдемте еще с вами возьмем партию золота. Оно как бы вот здесь присутствует. Золото здесь вообще хоть жопы ешь. Я думаю, что они даже не парятся по этому поводу. Ну типа просто прикольный блестящий металл. Я не думаю, что древние индейцы американские какой-то сакральный смысл придавали этому золоту. Ну просто тупо декор. Да, там украшения сделать, все в таком духе. А вы можете добывать изумруды из шахты. Возьмите кирку и разбейте камни. Нифига себе. Ну, мы с вами здесь были, да, я помню. Так, а чем добывать-то? Есть что? Или там нужно взять? А, вот кирка. А правда, кирка-то современная. Такой кирки здесь не должно быть. Что за бред-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Разработчики, это не точность. Так, неправильно. Так, а поскольку я по 16, да, фармлю? Нажмите, чтобы зажечь. Да я уже зажег. Это, скорее всего, просто, чтобы подсветить мне область взаимодействия. Вряд ли что-то здесь должно произойти, если я вдруг там
чего-то там. Ладно, давайте пока что не будем ковырять, положим то, что есть, и посмотрим на результат. То есть, прикиньте, это огромные изумруды в золотых блоках. То есть, ну, это же вот, ну, типа, если вот на наше современное, так сказать, время перевести, да, ценность вообще вот этого всего, это же пирамида стоит, просто я не знаю, как что, я даже просто не знаю, с чем это можно сравнить. С какой-нибудь Бурдж-Халифой в Дубае? Возможно. И то, кстати говоря, не факт. Скорее всего, эта пирамида будет дороже. Так, ребят, заранее извиняюсь, если вдруг у кого-то голова закружилась, когда я вот так вот быстро укладывал. У меня, если честно, она тоже закружилась. Но я это я, а вы это вы. Так, теперь мне что? Заполните пустое пространство. Давайте, без проблем. Берем, я думаю, штучки две по стандарту вроде как. А, хотя, наверное, одна здесь, да? Ну да ладно. Так, красный теперь, хорошо, давайте, красный это прям, ну, типа, дорого, богато, солидно. О, кто-то ржет там. Ты ржешь над моей пирамидой или что? Или типа то, что я удивляюсь, почему у вас здесь все из золота и драгоценных камней. Типа, я не удивляюсь, для меня это понятно, я знаю, как бы, что пацаны-то любили золото. Но типа, блин, когда ты это видишь вживую, это, конечно, жесть. Ладно, погнали, еще один слой, я так понимаю, с вами укладываем обычных кирпичей. Какие-то вот леса здесь произрастают. Нафига они здесь растут. Я без понятия, потому что, ну, типа, смысла от них вообще никакого нету. Я вот так вот пробежал, все уложил, у меня все красиво. Ну, наверное, леса эти нужны для того, чтобы выбраться отсюда, да? Эй, зараза, не дает через них поставить. Хорошо. Сейчас вылезем, ребят, наружу и поставим все, что не поставили. Не переживайте, все хорошо у нас с вами будет. Построим пирамиду, и нас, возможно, не казнят. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Так, 7 штук. Ну, понятное дело, да, вот здесь я не доставил. Блин, ну, конечно, да. Конечно, капец. Так, какая там 2 штуки? Хорошо, 2 штуки. Одна где-то здесь должна быть. А, подожди, это типа внутренняя часть. Мне все-таки нужно туда вернуться. Ну, потому что, сами видите, ребят, ну, типа, как бы я вроде бы все поставил. Ну, давай. Просто проблема в том, что здесь мешают леса, и как не поставить? А, вот здесь поставить. Все, я понял. Одна штучка где-то осталась, скорее всего, вот здесь, да? А, вот здесь, все. Прекрасно. Итак, что дальше? А, заполните пустое пространство, да, без проблем. Давайте, наверное, еще ведерко возьму. Я, наверное, одного будет хватать. Хотя не факт, не факт. Теперь 101 золотой. Вода. Для чего? А, для того, чтобы промыть, типа, самородки, потом переплавить их в золотые блоки. Прикольно, интересно. Ну, давайте я сначала, наверное... А, это вообще не такой. Все, хорошо. Тогда ведерко оставляем здесь. Давайте я, наверное, может быть, 30-ку вот этих сюда тоже сброшу, пускай стоят. Потому что мне кажется, что мне потребуется 2 слота. Так, набираем воду. Набрали. А промываем вот здесь. 3 раза нужно водички набрать. Без проблем, хорошо. Пока что все понятно. Ага, мы получили самородки, прекрасно. Давайте теперь попробуем их, соответственно, переплавить и посмотрим, сколько золотых блоков нам дадут. То есть, прикиньте, самородок размером с ладонь, грубо говоря. Ну, а, это вот так вручную закидывается, я понял. Так, давай еще одну забросим. Все, хорошо, пошло. А, смотрите-ка, полезло. А, я получаю типа расплавленные и заливаю формы, да? О, нормас. А, подожди, блин, не, зря я туда сделал. Ну, хотя, наверное, понадобится в процессе. Офигеть, смотрите. Ну, так-то нормально получается. Выхлоп довольно-таки хороший. А, блин, подожди, ну давай вот сюда. Все, собираем, ребят, аккуратненько, чтобы прям все было красиво. Так, таких нам нужно, грубо говоря, 101 штука. И это достаточно много. Нажмите, чтобы держать. А, я могу формы таскать даже, нифига себе. Так, ладно, давайте еще забросим. Почему бы нет? Так, и 2, получается, бревна нам надо. Вот это да, что-то новенькое, ребят. Золотом мы с вами еще не плавили. Однако же. Так, давай, раз. Это же они? Я же правильные штуки делаю? Вроде бы они. Меня очень сильно напрягает, что, ну, как-то слишком мало, что ли, делается. Ну, то есть, как бы процесс слишком долгий, возможно, будет. Ну да ладно. Хотя, смотрите, вроде бы, да, с 2 комочков неплохо так вылезло. Давайте до талого уже, короче, закину все.
пускай она делается. У нас какие-то еще, видите, пластины есть. Потом вот такие кубики нужны будут. А кубики, да, это, наверное, то, что мы с вами вот вон там укладывали с изумрудами вместе. Возможно. Охренеть, такой блок золота. Это же просто обосраться. Это обосраться, как дорого обосраться, как это тяжело. Золото так-то, ребят, если кто вдруг не знал, достаточно тяжелый металл. Но при этом мягкий. Возможно, мы какой-то сплав здесь делаем, то есть, ну, какая-то проба. Хотя я не удивлюсь, если они тупо из чистого золота все это делали. Ну а почему бы нет? Если у тебя золото, хоть жопой жуй. Я думаю, особо-то париться не будешь. Но опять же, с другой стороны, у тебя металл мягкий, и если ты будешь из него строить, мне кажется, ну, типа такое возможно будет. Я, возможно, конечно, ошибаюсь. Все-таки ацтекам виднее, но типа ладно. Окей, без проблем, поехали сами укладывать, пока то, что есть. Там пока что переплавится, вернемся, заберем. Так что, ребята, все у нас с вами будет хорошо, как говорится. 33% тем временем мы с вами выполнили строительство. Это, наверное, типа что-то балкона будет, да? Или я здесь что-то тоже должен буду обложить? Просто вот эти дырочки меня прям смущают. То есть я буду еще больше, что ли, какие-то драгоценные камни туда закидывать? Либо как? Так, сколько у нас есть? У нас есть не так уж и много. Так, давай ты вот сюда поближе. Тут есть еще пара комочков. Возможно, хватит. Так, вот еще комочек вижу. То есть я беру расплавленное золото, расплавленное вот так вот руками. И без проблем это все закидываю. Не, ну понятно, что там типа как бы ПРП мы с вами взяли, там перелили. Это-то да. Но как бы, блин, по факту ты видишь, что ты берешь руками раскаленный металл. И также руками таскаешь огромные золотые блоки. А как где? Подожди, где забыл? Что за дела? Что за непорядок? А, вижу, все хорошо. Как я так мог пропустить? Не знаю, не знаю. Так, отличная работа. Снова красные кирпичи нам сами дали. 92 штучки есть. Прекрасно, пойдемте с вами укладывать. Наверное, я сейчас внутреннюю вот эту часть уложу. Потом через леса, наверное, перепрыгну туда на балкончик. И, собственно, уложим, да, вот так вот поверх. Блин, ну вот это красота, ребят. Мне кажется, возможно, здесь какой-то супер главный жрец будет. Ну, типа, может быть, какие-то ритуалы проводить. Кто его знает-то? Я ж не думаю, что здесь кто-то будет жить. Это ж было бы неправильно, скорее всего, это правильно. Так, давай вот сюда, наверное, мы тебя положим, отдыхай. А, давай две. Давай возьмем две снова, попробуем это все дело залить. Хотя, наверное, как обычно, хватит одной. Снова блоки. Меня вот очень радует, что нам их с вами выдают автоматически. Это прям просто прекрасно. Ты просто взял и спокойненько все это дело укладываешь. Так, снова получается ступеньки, да? Ну, туда-сюда, грубо говоря, получается, что будет все готово. Я снова, кстати говоря, вижу дырочки под золотые блоки. Возможно, опять придется ковырять изумруд. И, скорее всего, выплавлять вот эти вот блоки. Потому что не факт, что их хватит. Хотя, может быть, хватит. Кто знает, кто знает. Посмотрим. Но получается довольно-таки добротно. Но самое, знаете, что прикольное? Что, по сути-то, внутренняя часть пирамиды-то, она ж засыпается, заливается. И, по сути, ты никак ничего здесь не сделаешь. Ну, то есть, грубо говоря, может быть, как у, знаете, типа древних египтян. Грубо говоря, зафигачить. Так, нам же такой нужен. А то что-то мне как-то неожиданно не хватило, да? Бывает же. Давайте 9 штучек я возьму аккуратненько. А, как у древних египтян, чтобы можно было там внутри походить, похоронить кого-то. Но вроде как ацтеки использовали пирамиды не для захоронения, а для всяких вот этих вот религиозных ритуалов, жертвоприношений и прочей всякой бельверды. Так, один камешек, по-моему, где-то вот здесь, да, он остался? Это я как-то... Ага, все, нашел, прекрасно. Отличная работа, заполните пустое пространство землей, давайте. Блин, ну там, наверное, две нужно будет, да? Давай опять две возьму. Потому что, ну нифига себе, возможно, даже три, кстати. А ну. Перфект. Залить больше не могу. Так, теперь снова блоки. 45 надо, у меня есть 47. Великолепно, ребят, прекрасно. Давайте уложим. Зараза, вот не дает через эти леса ничего уложить. Ну что ж ты будешь делать-то? Неправильно, неправильно. Капец, когда вот так вот резко влево иду, у меня начинает кружиться голова. Мне кажется, это, знаете, зависит от вашего вестибулярного аппарата. А, так, три штуки, да, осталось вот здесь. Давайте я вот так вот аккуратненько спущусь и, соответственно, вложу. А, вот здесь еще. Прекрасно. Так, снова изумруды. Давайте. Теперь нас сюда отправляют. Зачем? Кстати, зажечь. Использовать.
использовать. Так, а что там? Давайте посмотрим. Здорово. А чё ты не сказал, что у тебя они как бы были? Я там ходил, как дурак, киркой работал. Они у тебя, вот, пожалуйста, рядом все находятся. Там тоже, да, походу, огни есть? Да. Там тоже есть огни. Так, подожди, тихо. Блин, капец, как же неудобно подниматься по этим ступенькам. Мне кажется, когда они строили эти пирамиды, они явно не думали про людей. Ну, потому что, ну, это же серьезно, это же, ну, это вообще ни в какие ворота. Как тут подниматься? Да ладно даже подняться. Подняться ты, ну, допустим, поднимешься. А спускаться на таких коротких ступеньках? Это же, блин, от страха обосрешься, пока спустишься. Либо еще чего хуже. Так-то да. Так, хорошая работа, заполните пустое пространство. Вот, сейчас одно ведерко 100% потребуется. Смотрите, да? А ну-ка. Заполните еще раз. Да что ж такое? Почему я не могу угадать с количеством ведер, которые мне понадобятся? Ну, кстати говоря, смотрите, раствора осталось немного. Вроде как каких-то приспособлений для того, чтобы этот раствор сделать, я не вижу. Поэтому, видать, вот осталось совсем чуть-чуть. Так, теперь красный. Кстати говоря, а когда синие потребуются? Либо синие это будет что-то наверху. Не совсем пока ясно мне этот момент. Ну, типа, ладно. Пока делается, будем с вами, соответственно, делать. Да блин, дебильные леса, ну можно? Вот, все, отлично. Вы можете купить больше расходных материалов в магазине. А-а-а, в этот раз я должен покупать. Ну давайте посмотрим, кто нам в этот раз привезет. Так, нам нужно 140, давайте 60 плюс 60. Я там видел, можно продать. Плюс у меня здесь лежит. Но, блин, ну не знаю. Ладно, короче, давай пофигу. Кто нам сейчас придет? Приплывет там, не знаю. Так, приплыл. А кто приплыл? Окей, да. А, ну-ка, смотри-ка, походу новый доставщик. Эй, здорово. Ну хотя бы не тот средневековый мужик. О, хотя бы кто-то новенький. Почему ты такой недовольный? Объясни мне, пожалуйста. Ну уж хорошо, ты смотри, какая пирамида для вас строится. Будете там свои жертвоприношения делать и рассказывать всем про конец света. А потом в наше время будут думать, что он действительно произойдет. Кто, как говорится, понял, тот понял. Ладно. Обстраиваем, укладываем. Все делаем, соответственно, красиво. А то, возможно, прикиньте, что... А если мы вот с вами построим, да, сейчас пирамиду, и потом получится так... Давай, наверное, вот сюда сброшу. А получится так, что в жертвоприношение, чтобы, ну, как бы было все круто там, да, нужно принести строителя. Ну, может быть, это, знаете, тупо такая традиция, нифига себе. Тот, кто строил, тот, соответственно, и становится жертвой. Блин, опять вот эти блоки. Опять 73 штуки. Да ёкаламане, сколько ж можно-то? А у меня золота-то больше нету. Мне нужно стоять и намывать сейчас. Давай, раз. Два. Три. Вот у меня есть даже много навыков, которые позволяют там глиняные кирпичи делать быстро и все в таком духе. Но почему-то они не распространяются вот здесь. Мне это не нравится. Просто, ну, как бы такое себе. Ладно, а, у нас же еще были, кстати говоря, самородки. Что-то я про них забыл. Ну да ладно, не страшно. Забрасываем. Все, отлично. Короче, эти пускай здесь валяются. А, два бревнышка, безусловно. И сейчас, получается, полезут вот эти вот какашечки, буду их называть. Золотые какашечки, да? Всем бы такие какашечки. И было бы все у всех хорошо. Так, я думаю, что еще одну партию можно, наверное, набросить. И в целом, кстати говоря, у меня же здесь есть. Точно, давайте, что я туплю там? Чтобы сделать это все быстрее, я просто форму подтащу вот сюда. И буду сразу в две загружать. Кстати, подожди-ка. Они выпадают сами в форму, что ли? Походу, да. Музыка что-то лагать начала. Кстати, по поводу музыки. Я не знаю, ребят, что за прикол в этой игре начал происходить с последними обновлениями. Но почему-то на музыку, которая здесь всегда играла, стабильно начала прилетать АП. Поэтому не знаю. Я, наверное, в этот раз все-таки не буду музыку как бы какую-то добавлять. Тем более мы сами уже по 100 раз ее слышали, здесь ничего нового не играет. Короче, вставлю свою музыку, вот и все. Сейчас вот, например, заиграла африканская музыка. Казалось бы, нахрена она здесь, правильно? Но, тем не менее, она здесь присутствует. Так, сколько там? 63. О, нифига себе. Вот это, ребят, да, за разговором, как время быстро летит.
Все, 73 штучки ровно с вами берем, пускай там выплавляется, сколько надо, возможно, это не последний мой заход. А мы с вами, соответственно, все это дело укладываем. Вроде как тут не надо ничего, никаких изумрудов краплять, вставлять. Так что все хорошо. Так, поздравляю, а теперь красный кирпич. Ну, спасибо, что хотя бы его дали. О! Синий, мне кажется, кирпич будет на верхушке использоваться, нет? Вот почему-то есть такое стойкое ощущение. Не знаю, как у вас, но у меня именно такое. Так, синий кирпич. Все, ребят, мы с вами дошли до верха. Я понял, что нужно цветочки рвать. Это 100%. 140 надо. У нас с вами есть 70. То есть, в принципе, мне достаточно еще одного захода. Давайте я вот так вот заброшу. Все, хватит этого. Прекрасно. И синие цветочки. Синие цветочки у меня тоже присутствуют. Давайте, наверное... Не, пока, наверное, не буду. Блин, что-нибудь такое выложить? Давай вот сюда. Мне интересно, сколько можно, за сколько можно будет продать вон туда самородки вот эти вот золотые. Может быть, я даже денег очень много наварю. Кто знает, кто знает. Так, раз, два. Не хватает, серьезно. Блин, 40% только. Ну ладно, пойдемте с вами нарвем еще синих цветочков. Я вижу, здесь их достаточно-таки много. Хрен его знает, что это за цветы. Но, типа, это очень древняя тема. Делать из растений красители. Ну, типа, получается натуральный краситель. То, знаете, типа как из черники той же самой можно получить краситель, который потом хрен чем отмоешь. Хрен руки отмоешь, хрен вообще одежду отмоешь. Так что да. 8 хватит? Я думаю, хватит. Пойдемте с вами уложим, наконец-таки. Хотя, блин, подожди, это точно верхушка будет? Просто по сравнению вот с теми пирамидами, какая-то она маленькая, кажется. Хотя, опять же, возможно, ну, то есть какой-то она другой смысл будет иметь. Функционал выполнять. Поэтому, чё... гадать-то. Ух ты, ё-моё. Тут не придавило, представляете? Так, 140 есть, великолепно. Пойдемте укладывать. Надеюсь, что больше мне не потребуется крафтить кирпичи, потому что хотите собирать цветки, если честно, не особо-то и хотелось бы. Во! Блин, как же дорого-богато выглядит. А, так, ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не убегать, не убегать. Во! Великолепно. Ну да, это получается уже домик, где будет стоять жрец. Какие-то свои ритуалы проводить. Потом выходить вот так вот к людям и говорить: здрасте, я явился. Ну, что-то в таком духе. Так, красный. Нам нужен красный. А 113 есть, кстати говоря, хватает. Как все удачно-то сложилось. Это, ребят, хорошо, что я на, так сказать, про запас накрафтил этого дела в самом начале. Так, здорово. Теперь колонны. Колонны синего цвета. А, 65, хорошо, спасибо. Хотя бы здесь мне помогают. Блин, вот это да. Возможно, еще в конце нам скажут: зажгите огонь. Зажгите его везде, и все будет хорошо. Так, здесь автоматом что-то укладывается. Раз. Это, видимо, точно такие же блоки, из которых мы строили, только длинные, да? Ну, походу, да. Так. А теперь красный кирпич. Ну, красного кирпича у меня, кстати, в достатке. А как мне попасть на крышу? Подожди-ка. А ну... Раз, два, три. О, хорошо, есть 110. Давайте, наконец-таки, воспользуемся лесами. Ну, вы знаете, хотя бы здесь разработчики добавили, ну, леса, вот, которые должны быть леса. А не вот эти вот современные, как у нас где-то было. По-моему, в прошлой карте было. По-моему, да. Так, 62 золотых плиты. Да я уже знаю, как делать золото. Ну, вы чё? Аккуратненько спускаемся, чтобы не расшибиться. А, давайте вот цветочки я пока что сброшу сюда. Потом, ребят, за кадром я это все дело продам. Как бы, ну, очки, почему бы не взять, да? Если как бы возможность присутствует. А, так, ты давай уходи вот сюда. Ты тоже давай вот сюда. Все, я думаю, что того запаса расплавленного золота, который у нас здесь есть, нам, по идее, должно хватить. Потому что 62 вроде как это немного. Сразу, ребят, забрасываем по максимуму, чтобы... Вот, кстати, а вот эти плиты делаются как-то побыстрее, не? Прям одна за одной вываливаются. Вот это я понимаю, вот это скорость. Или, может быть, это я уже научился, типа, золото выплавлять так быстро. Может быть. Вот очень странно, что разработчики добавили уже, по сути, огромнейшее количество карт, но новых навыков каких-то не завозят. Последний раз новые навыки, если мне память не изменяет, были у нас с вами, когда, помните, амбар там красили. Так, подожди, не совсем я правильно сделал. Просто хотел ровно оставить, вот, 62. Вот, и, собственно, со времен этого амбара как бы ничего-то и больше нового-то и не завезли.
Вроде бы какие-то дела мы с вами новые делаем, ну, относительно так. Но каких-то навыков, именно в меню прокачки, я про эти навыки говорю, почему-то, к сожалению, нету. Так, не очень здесь все, конечно, удобно. Очень опасно, в первую очередь. Поэтому, если вдруг что, ребят, не повторяйте в реальной жизни. В реальной жизни можно воспользоваться краном. Кстати, возможно, я изнутри мог это сделать. Но это не точно. Так, а вот здесь как? А ну-ка, давай аккуратненько идем. О! Ю! Хорошо. А, так, теперь еще наверх. Блин, 52 надо, у меня только 36. Там пацаны выдали, да, новую порцию? Да. Блин, прям капец, какая-то щедрая карта. Ни на одной, ребят, карте нам с вами так щедро материалы не сыпали. Типа говорили, иди сам там режь металл, ковыряй какую-нибудь, не знаю, гору, дерево и все в таком духе. А здесь вот все так вот, пожалуйста, легко и просто. Красиво. Дом готов. Получается, да. Но по сравнению вот с теми, которые стоят по краям, несколько иначе он выглядит. Но, тем не менее, мне нравится. Давайте с вами осмотримся и, собственно, да, точно, ребят, я вам предлагаю что сделать. Вот эти леса вообще, кстати, не в тему здесь выглядят. Пойдемте, во-первых, я продам сейчас красные кирпичи. Просто, чтобы чисто проверить. Да, они продаются, все нормально. Кстати говоря, на таких картах можно тупо фармить бабки, получается. Делаешь материалы и тупо их сразу же здесь продаешь. Ладно, но не в этом суть. Давайте зажжем здесь. Мне кажется, что разработчики, ну, могли бы оставить какую-нибудь интересную пасхалку. Может быть, сюда нужно что-то положить? Ну, типа, игра мне вроде не подсказывает. Ну, да ладно. Так, здесь у нас снова золото лежит. Хорошо. Золото пускай лежит, ждет прихода испанцев. А здесь формочки. Ну, тоже зажигаем. Я надеюсь, я ничего, ребят, не пропущу. Здесь просто какая-то хренотень. Вон золотые статуи вообще стоят. Нормально. Фрик, лоск, блеск. Так, я думал, это какашка. А это змея. Ну, серьезно, она под определенным ракурсом похожа на какашку. Во. Какашка, которая еще красиво украшена. Почему бы и да. Так, а там я наверху зажигал, вот я не помню. Не помню. Ну да ладно. Сейчас здесь зажжем. Может быть, действительно что-то произойдет? Ну, блин, просто капец, как будет обидно, если ничего не произойдет. А то, типа, ну, блин, разработчики добавили возможность зажечь все огни. Значит, какую-то функцию, смысл они же должны, наверное, были вложить сюда-то, правильно? Ну, давайте, хорошо. Там еще, наверное, нужно будет пробежаться. Вот эта вот фигня мне интересна. Может быть, я туда должен какой-нибудь изумруд положить? Но полюбасу здесь должны быть секреты. Так, вроде бы там никаких горелок больше нету. Вот эти две вижу. Хорошо, сейчас зажгу. Там внутри мы с вами зажгли. Сзади вроде бы тоже ничего не поставили. Хорошо. Или это просто тупо декор? Не знаю. Не, я все-таки верю, что это какая-то пасхалочка. Я вот прям искренне, ребят, в это верю. Будем надеяться, что я не ошибаюсь. Так, а наверху там ничего нету. Здесь зажгли, пойдемте дальше. Ну, вроде как я все зажигаю, то, что вот прям нахожу. О, золотая тарелка. Прекрасно. Здесь зажигаем. Внутри у нас, собственно, золото, как обычно. Ну-ка, за ним есть что? А за ним ничего нету. То есть это тупо хранилище золота. Вот это да. Оп, я так жил. А что это такое? Это похоже на какую-то форму. Вот видите, здесь тоже формы стоят. Но вот это не сдвигается. Интересно. Так, ну допустим, ладно. Пойдемте пока что зажигать дальше. Потом я, наверное, знаете, как сделаю? Я сделаю по-хитрому. Я вернусь туда, возьму расплавленное железо и попробую его донести, расплавить. И, возможно, кстати говоря, я вон в ту круглую фигню, которая на той стороне находится, смогу вложить то, что получится из этого. Потому что по форме она вроде как похожа. Ну, вроде как да. Ну, допустим. Так, зажег. Пока что ничего не произошло. То есть просто огонь и все. Судя по всему, да. Ладно. Пойдемте тогда сейчас попробуем вот эту фишечку, приколюшечку сделать. Ну, потому что это выглядит как форма, но она не тащится, в отличие от остальных. Так, вот как раз есть кусочек. Пойдемте попробуем.
Если туда вложить, возможно, что-то произойдет. Вот здесь такой штуки, кстати говоря, нету. А ну, подожди, это не здесь. А где это? А, это вот здесь, это во второй, по-моему, было, да? А ну-ка. Да. А, и чё? И ничего не происходит. Как так-то? Обидно. Так, это у нас квадратные блоки, это понятно. Блин, и чё? Почему там эта штука стоит? Короче, не знаю, ребят, кто понял, как это должно работать, напишите в комментариях. А так можно, не знаю, вот этот кусочек золота попробовать туда отнести. Может быть, как-то что-то можно будет туда положить. А, я его продал. Ну да ладно. Вот, смотрите, она круглая такая, и вот может быть, блин, все-таки кусок золота туда можно положить. А ну, давай я все-таки возьму так, чтобы его не продать. Ну, просто интересно. Неужели просто так здесь все стоит? Нет, смотрите, не присасывается. Короче, ребят, кто понял, что вообще здесь должно произойти, вообще должно ли произойти, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а пока что, собственно, на этом все. Вот такая вот у нас с вами пирамида получилась. Дорого-богато, ну, в принципе, мы где с вами находимся? Мы находимся в империи ацтеков, а здесь по-другому быть и не может. Ну а вы пока что пишите ваши комментарии, ну а ссылка на плейлист со всеми сериями по замечательной игре House Builder будет находиться в описании под роликом. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Ну а с вами был Дамриэль, всем гудбайте, ребятушки, и до новых встреч!